Увидеть женщину за рулем автомобиля – дело привычное. А вот представительницу прекрасного пола, управляющую большим пассажирским автобусом, встретишь не каждый день. Нашей съемочной группе повезло дважды. Накануне 8 марта она познакомилась с обладательницами неженских профессий. Они стали героинями следующего сюжета. Рейс готова, могу спокойно выезжать. Перед выездом проверка технического состояния. Убедившись, что железный конь готов к труду, Ирина Андреева садится за руль крупногабаритного автобуса. Последнее приготовление и в путь. На протяжении 7 лет Ирина работала кондуктором. Наблюдая за водителем, решила взять управление транспортом в свои женские руки. Впрочем, любая мужская работа ей по плечу. Я все умею. И гвоздь забить, и присверлить, и просверлить что-то, и шкафчик повесить. И еще у меня еще есть одна профессия. Я сварщик 4-го разряда. У нас 2 сестры, 2 дочери у родителей были. Папа меня как старшую воспитывал мальчишкой. С тем, что водитель автобуса – профессия не для женщин, Ирина не согласна. Такого же мнения придерживаются пассажиры. Женщинам в большей степени доверяем, чем мужчинам. Почему? Потому что женщины более ответственны. Именно эта черта характера привела в профессию и Ольгу Лебедеву. Начинала карьеру также с должности кондуктора. Ответственному сотруднику предложили обучение на водителя. Женщина согласилась и не пожалела. Удивляются, ой, дама за рулем, приятные комплименты говорят. Это как бы бодрит, когда выходят, говорят, ой, спасибо за плавное вождение, за хорошую доставку. Нет пассажиров плохих, просто надо как бы найти подход к каждому пассажиру. Я это тонко чувствую. Всего в люберецком филиале «Мострансавто» работает 12 женщин-водителей. На хрупких женских плечах лежит и руководство крупной транспортной компании. В автоколонии 1787 Евгения Гусева уже 27 лет. Последние 4 года возглавляет предприятие, где подавляющее большинство сотрудников – мужчины. Я была первой женщиной-руководителем именно в «Мострансавто». Конечно, это была большая ответственность. Это такой вот, знаете, карт-бланш, который мне доверили руководители. Не женских профессий не бывает, уверены наши героини. Главное, по их мнению, любить свою работу и делать ее с удовольствием. Это оценят и коллеги, и пассажиры. Спасибо вам большое, с наступающим праздником. Больше вам улыбок и хорошего, позитивного настроения. Хорошо. Луиза Егазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.